Итак, сегодня мы с вами пройдем способ решения линейного уравнения сложением. Ну, на экзамене легче, конечно, запись нетрадиционную использовать. Мы возьмем именно такой простой метод. Итак, уравнение x плюс y равно 5, x минус y равно 7. Ну, мы видим, что здесь плюс y, тут минус y. Значит, легко решить наше уравнение методом сложения. Мы ставим знак плюс. Некоторые подчеркивают, некоторые ставят цифру 1. Это не столь важно. Итак, x прибавить x – это 2x. Y минус y – это 0. Ничего не пишем. Равняется 5 прибавить 7 – это 12. 2х равно 12 решить легко. Отсюда x равен 12 поделить на 2, x равен 6. Ставим цифру 2. Дело в том, что мы нашли x, а y мы еще не нашли. Какое уравнение легче выписать? Мне, например, кажется, что легче выписать первое. Почему? Потому что y содержит знак плюс. Итак, x плюс y равно 5. Вместо x мы поставим 6. 6 плюс y равно 5. Отсюда y равняется, что стояло, то есть стоит это 5, а 6 перейдет со знаком минус. Минус 6. Отсюда y равняется, от 5 отнимаем 6, у большего модуля знак минус, и от 6 отнимаем 5, единиц. Итак, нам нужно записать ответ. На месте x мы пишем 6, на место y минус 1 в круглых скобках. Обратите внимание, я нигде больше системой самой не пользовалась. Я только выполняла действия. Значит, я считаю, что этот способ решения на экзамене наиболее простой.